Всемирный день редких заболеваний. Вроцлав присоединился к акции «Город уделяет внимание больным». Впервые в мире день редких заболеваний был организован в 2008 году под эгидой Европейской Федерации родителей, пациентов и людей с редкими заболеваниями. 29 февраля – самый редкий день в году. Именно он был выбран символом редких заболеваний в первый раз. Впервые в Польше его отметили в 2010 году. С годами эта инициатива значительно расширилась. В то время как только 18 стран приняли участие в его первом выпуске, в 2018 году их было 99. Вроцлав также хотел привлечь внимание к проблеме редких заболеваний. Поэтому 28 февраля в городе были подсвечены знаменитые здания Вроцлава, цветами, символизирующие редкие заболевания – розовый, зеленый и синий. Это были окна сессионного зала в Сукинице, залу столетия, Вроцлавский стадион, Вроцлавская опера и здание Вроцлавского технологического университета. Информацию о редких заболеваниях можно было также найти на экранах Вроцлавского МПК, в билетных автоматах и в центрах обслуживания клиентов. Вместе с муниципалитетом Вроцлава организаторы также призывали жителей Вроцлава в тот день выбирать одежду в цветах компании и использовать хэштег #RareDecisionDay в социальных сетях в качестве солидарности с больными.